Приветствую, друзья. Хочу вам показать такую штучку прикольную. Вот смотрите, по факту, да, с картона сделано. Линзы с обеих сторон и легкие. То есть, грубо говоря, да, в карман кинули, места не занимает. И легким движением руки превращается в полноценный бинокль. Ну как, полноценным его особо не назовем, но по функционалу он увеличивает. Понятно, здесь линзы примитивные, пластиковые, но примерно в 3 раза, я так, ну плюс-минус на глаз прикинул, что он в 3 раза где-то увеличивает. Вот такая вот клевая штучка, сложили, в рюкзак закинули, где-то в горы или на природу пришли, сложили, посмотрели. Легкий, место не занимает, либо в карман кинуть. Да, не сильно увеличивает, но где-то в театр. Пойти посмотреть, типа как портативный театральный. В общем, прикольная такая штучка. Реально, первый раз такое попалось. Думаю, сниму, покажу вам. Никогда до этого такого не видал. Хотя перевидал в своей жизни я много всего. В общем, лайк за видосик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.